Да, что у тебя за имя такое дурацкое? Соуп. Что-то меняется, что-то остается прежним. Границы меняются, приходят новые игроки, но власть всегда находит себе место. Мы дрались бок о бок с русскими. Они ненавидят нас за это. Историю пишут победители. Лично я думаю, что мы победили. Уничтожаешь одного врага, ему на смену приходит еще более опасный. Новые страны, новые цели, новая идеология. Вчерашние враги, нынешние новобранцы. Учите их сражаться и молитесь, чтобы они не возненавидели вас за это. День-другой, беда все та же. Вы знаете, чего я ищу, сержант Фоули? Будьте начеку. Будет исполнено, генерал. У нас сегодня занятие с новобранцами на полигоне. Курс молодого бойца открыт. Сейчас рядовой Аллен быстренько покажет, что вам нужно делать. Без обид. Больше половины из вас стреляет от бедра, как попало, пустая трата пуль. Вы мазилы и выглядите, как придурки. Рядовой Аллен, что я имею в виду? Развернитесь и стреляйте по мишеням. Понятно, что я имел в виду? Дождь пуль повсюду. Вы должны принять устойчивое положение и поразить цели, используя прицел. Рядовой Аллен, покажите нашим друзьям, как стреляет рейнджер. Сперва присядьте, а потом прицельтесь по мишени. Все очень просто. Хочешь поразить мишень, целься через прицел. Укрытие малой прочности вполне можно пробить из некоторых видов оружия. Рядовой покажет вам. И последний по счету, но не по значению. Осколочная граната. Рядовой Аллен, возьмите несколько осколочных гранат. Бросьте гранаты так, чтобы поразить сразу несколько целей. Хорошо. Гранаты могут скатиться по наклонной плоскости. Дважды подумайте, прежде чем кидать гранату вверх по склону. Что ж, спасибо, рядовой Аллен. Идите на полигон. Генерал Шепард проверит вас в деле. Ну, кто будет первым? Покажите мне, чему вы научились.
рядовой, с возвращением на полигон. Генерал Шепард хочет взять одного из наших для спецоперации. Он лично приехал с проверкой. Теперь выбери винтовку. Хорошо, теперь опять пистолет. Видел, как быстро? Выхватить пистолет быстрее, чем перезарядить винтовку. Улыбайся и бей в цель. На тебя смотрит Шепард. Он отбирает лучших в элитный отряд. Если ты хочешь. Ну ладно, приступай. Отсчет времени начнется, когда выскочит первая мишень. Интересно, почему они сразу не поручили его нам? Зачисти первый сектор. Ну, давай! Прекрати стрелять оттуда! Посмотри прицел! У тебя несколько промахов. Не останавливайся! Прицеливайся, рядовой! Смотри в прицел, Ален! В рукопашную! Ножом! Все чисто! Прыгай! Последний сектор! Давай, вперед! Беги к выходу! Время идет! Неплохо, но можно и получше. Иди наверх к своей команде или пройди полосу еще раз. Ладно, иди наверх к остальным. Всем хантерам, внимание, мы выезжаем. Все по местам, начинаем движение.